После ночных заморозков погода начала стабилизироваться. Как обещают метеорологи, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. С приходом тепла многие жители областной столицы отправляются отдыхать к водоемам. Где можно купаться в Твери, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. С приходом летнего тепла жители города отправились открывать пляжный сезон. Так, на именуемом городском пляже в середине рабочего дня достаточно многолюдно. Кто-то нежится на солнце, а кто-то уже открыл купальный сезон. Однако, по ощущениям, вода еще недостаточно прогрелась. Перед началом купального сезона специалисты областного управления Роспотребнадзора провели мониторинг качества воды в местах традиционного отдыха жителей Твери. Это городской пляж в районе набережной Афанасия Никитина и Тьмака в черте города. Чистотой вода здесь не отличается, поэтому заходить в нее не рекомендуется. Были отобраны пробы на микробиологические, санитарно-химические показатели, а также на патогенные микроорганизмы. Можно сказать, что в местах, где традиционно собираются люди, вода не соответствовала по микробиологическим показателям. Это общемикробное число, колиформные бактерии. Однако одно место с чистой водой все же нашлось. Безопасным местом для купания с точки зрения проведенных анализов являются Константиновские карьеры. Но уже в следующем месяце показатели там могут ухудшиться из-за большого числа отдыхающих и стоячей воды. Поэтому необходимо соблюдать простые правила предосторожности. В связи с тем, что микробиологические показатели все-таки не в норме, заглатывать воду не рекомендуется, так как возможно проявление возбудителей кишечной палочки. Ну и, соответственно, возможно отравление. Впереди еще 2,5 летних месяца, и освежиться в реке или водоеме захочется многим. Поэтому не стоит пренебрегать элементарными правилами. После выхода из воды принять душ, а кроме того, не сидеть на песке или почве без покрывала.